Даугавпилс закончил наряжаться в праздничные зимние одежды, о чем наглядно свидетельствует украшение елки в центре микрорайона города. Заиграл яркими огнями и парк Дубровина, в котором теперь под классическую музыку сияют струны света. Оформители проделали большую работу, и теперь, несмотря на все ограничения из-за COVID-19, любой желающий может пройтись по красивому рождественскому маршруту. Стараниями заместителя главного художника города Лиги Чиблы, ответственной за новогоднее оформление, во многих частях Даугавпилса установлены самые разные элементы украшения, которые объединены в общую тему сказочного Рождества. В центре города это красочная ель, окруженная домиками из сказочного королевства, где также располагается почта Деда Мороза. В сквере Андрея Пумпора развита тема сказочного летнего парка, где даже зимой цветут яркие светящиеся цветы и обитают необычные животные. Во дворе Даугавпилсского краеведческого и художественного музея разместилась традиционная инсталляция музейной белой сказки. В свою очередь парк Дубровина в этом году посетили гости из Даугавпилсской крепости, инсталляции дамы, офицеры и запряженных снежных саней из 19 века. Сама же крепость также радует своим оформлением, а у Роткоцентра горит красивая елка с тематическими украшениями. Символично войти в 2021 год можно в Центральном парке, где создана яркая иллюминация из цифр, а неподалеку у Ледового дворца сияет елка любви. Начать рождественский маршрут можно у конца улицы Рига с железнодорожной станции, где разместились фигуры ангелов. Внимание, соблюдая все актуальные требования безопасности, достойны все украшенные места Даугавпилса. Планируется, что новогодние украшения простоят до середины января следующего года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.